Будет ли, приведет ли это к какому серьезному отставанию? Ну, это надо еще посмотреть. Ведь посмотрите, государственный долг Соединенных Штатов, он выше, чем ВВП страны уже стал. Это вообще очень такая тревожная штука, это тревожный сигнал. Не только для Штатов, но и для всей экономики. Как там будет ситуация развиваться, мы пока не знаем. Значит, в еврозоне вон сколько проблем. Она там трещит по швам. Что там будет с этими со странами-должниками, у которых долг ВВП страны, долг, значит, 174% к ВВП. Что там будет в целом? Справятся ли лидеры еврозоны вот с теми, кто отстает? Тоже неизвестно. Поэтому, мы, безусловно, будем руководствоваться соображениями, прежде всего, обеспечения высоких темпов роста, но делать это будем так, чтобы не накладывать чрезмерную нагрузку на плечи наших граждан. Ну, а Алексей Леонидович все это хорошо знает, ну, может быть, не все, но Алексей Леонидович знает. Он член экспертного совета при президенте Российской Федерации. Вы знаете, как мы все относимся, с каким уважением относимся к вашему мнению, и я в том числе говорю это без всякой иронии, и, безусловно, будем к вам прислушиваться.